Короче говоря, купил машину. Это был прекрасный день. Я сидел и размышлял о том, как бы было прекрасно, если бы у меня была машина. Нет, ну серьезно. У всех, кого я знаю, есть машина. Да что тут говорить? Даже у моего кота и то есть машина. Нет, нужно что-то делать. Нет, все. С этим надо что-то делать. С котом нужно что-то делать. А машину купить. Вячеслав тоже был согласен с тем, что нужно купить новую машину. Я удивился, откуда здесь взялся Вячеслав, ведь здесь его не было. Ну да ладно. Я предложил ему прямо сейчас идти в автосалон или в автомагазин и купить там машину. И мы пошли. Мы пришли. Там было много машин. Мы ходили, выбирали. Мне ни одна не понравилась. Вячеславу все понравились. Это была маленькая. Это была большая. Это была слишком высокая. Это слишком низкая. Это слишком дорогая. Это слишком дешевая. Это вообще не машина. Мне ничего не нравилось. Вообще ничего. Вячеславу понравилась вот эта машина, и он настоятельно рекомендовал ее к покупке. Меня это не удивило. Мы ходили час. Два часа. 24 часа. Вячеславу нравились все машины, мне ни одна не нравилась. Это была слишком большая, это слишком маленькая, это слишком старая, это слишком странная. Ну, вы поняли. В конце концов, мы шли уже не знаю какой час и наткнулись на него. О! Да. На удивление мне он понравился, Вячеславу он очень понравился. Он пошел посмотрел на фары, пощупал колеса, посмотрел на стекло, постоял на крыше. Сказал, что это идеальный экземпляр, и его нужно нам, и мы должны его купить, потому что. Ну, я не был против. Я заплатил деньги каким-то очень приятным личностям, и я был доволен. Вячеслав был очень доволен. Приятные личности тоже были очень довольны. Мы сели в свою машину, и мы уже хотели ехать и поехали. Мы поехали, как вдруг... Короче говоря, купил машину. Ну а пока Вячеслав пытается починить машину, у тебя есть время, чтобы поставить лайк и подписаться на канал. Также ты можешь посмотреть один из вот этих роликов. Жми на любой из них и смотри. Спасибо за просмотр!